25 октября 2020 года. В этот день азербайджанская армия освободила от оккупации город Губадлы и еще несколько сел района. Освобождение Губадлинского района и города Губадлы, где армянская оккупационная армия создала мощное укрепление, обеспечивало вооруженным силам Азербайджана большое стратегическое преимущество, так как очередным направлением после Губадлы являлся Лачинский район. Деоккупация Губадлы, так же как и каждого сантиметра нашей земли, имела стратегическую значимость. Прекрасный и живописный Губадлинский район расположен на юго-западе Азербайджана. Географический район расположен на стратегически важном пространстве. Он граничит с Хожевенским, Лачинским, Джабраильским и Сангеласскими районами. Также по территории района проходит 120-километровый участок Азербайджана-армянской государственной границы. Неудивительно, что именно здесь проходили одни из самых ожесточенных боев. Место, на котором мы стоим, называется Язы-Дюзюр. Это место стратегически одно из самых значимых для нас, так как для того, чтобы добраться к центру города Губадлы, мы должны были обязательно пройти именно отсюда. Враг прекрасно понимал, что Губадлы является ключом для дальнейшего освобождения Лачина и Лачинского коридора. Поэтому они делали все, чтобы помешать нам пробраться сюда. Но несмотря ни на действия армянской армии, ни на плохую погоду, мы освободили наши земли и прогнали врага. Наше подразделение находилось в селе Бала-Султанлы. Проделав большой путь до этого места, мы начали операцию, в ходе которой мы не только перекрыли пути противнику, но и освободили высоту 833. Противник понес большие потери и отступил. Мы с доблестью и честью вернули свои исконные земли. Ожесточенные бои, проходившие в Губадлы, запомнятся армянским вооруженным силам еще надолго. Сторона противника потеряла большое количество как в живой, так и в военной силе. Подготовка азербайджанских вооруженных сил была в центре внимания не только в годы Отечественной войны. Сегодня для боевого обеспечения армии Азербайджана создаются все условия. В освобожденном от оккупации Губадлинском районе также находится одна из самых новейших, оснащенных всеми удобствами военных частей. Солдаты своевременно проходят военные подготовки, и с каждым днем улучшают свои боевые качества. Я служу в военной части, которая построена здесь недавно. Как вы видите, это часть модульного типа. Она оснащена всем необходимым. Для солдат построены специальные футбольные и волейбольные площадки. В свободное время они могут не только заниматься спортом, но и читать книги в специальной военной библиотеке. Книги для солдат привозят самые разные, начиная от исторических до художественной литературы. Читая книги, азербайджанские солдаты воспитывают в себе не только боевые качества, но и гуманные, о которых давно позабыли вооруженные силы Армении. Любовь к родине, честь, доблесть – все эти понятия являются неотъемлемой частью характеристики азербайджанского солдата. Именно они способствовали победе в Отечественной войне и освобождении азербайджанских территорий от оккупации. Бенувше Назарова, Сеймур Гулиев, Сибси.